Не знаю, у меня на этом Дигеру не давали больше ДПС, чем на Сурке. Это да, у меня так же. Бой, короче, потому что. Бой, короче. Угу. Проков больше. Ну, типа, оптайм проков. Хочешь, мегалодии, тебя тут никто не держит. Сколько забрал? Дрифтер каунт, нахуй, вообще неправильно. Ну, правильно? Нет, неправильно. Дядь, скажи, вот на кто на седьмом месте? У других. Давай, угадай. Энх. А там вообще Энха нету, блядь. Да не надо, сиди в хине. Кто там, блядь, еще бежит? Давайте быстрее, ребят, ну как-то, я не знаю, шевелите там этими своими ножками. Лёд такой, ну это пакость еще. Потому что у вас не учитывается ни Лема, ничего там, а что у Энха учитывается Дитейлоси в последних версиях. Это может быть какая-то большая очередь. Давай отчеты, давай отчеты, конечно. Возможно. Вы заебали пулять, Алконфел нахуй. Второй раз уже, сука, блядь, второго босса подряд вы пуляете раньше меня, нахуй. На 1-2 секундах, блядь. Минус ЕП, нахуй. Минус прикот. Тогда и в скрине нет смысла. Я вам говорил о идеальной тактике для вас, но не он. Ну, я про Гер говорю. Альтов 4? Да. Из танков? А сколько ну, там? На 4 танка. Блять. И ноль взрывов нахуй. Чисто для вас, мне кажется. А идеально. Есть идеальная тактика на леди? Будете стоять, АФК просто бить. На леди там 10 танков, ну. Сейвы просто по КД надо. Соточку бахнуть, нахуй, блядь, духи не буду пройти. Маленький скинит, мне пиздец, нахуй. Все, пиздец тебе, альт F4 нажимай, ну. Нет, я уход в тебе нужны. Да я хуй его знает, там с этим патчем я посмотрел скриншоты. Я хуй его знает, как там вообще духа можно словить. Это надо быть да. Слепым, да. Ну я не знаю. Слепым, тупым, ну, косым. Вообще типа не смотреть, ну слепым, косым там, я не знаю. Хромым, ну это блядь. Просто вообще пиздец. Да, это наверное, так пострел там меня, просто да. Жесть вообще. Я вот когда ловил, он подкрался, говорю, из-за экрана, то есть... Раньше у людей не было. Отдали камеру. Ни ДБМ, ни хуя, вообще без всего играли. Ну и Т4 не было с миллиард хуевыми духов, которые отвлекают твой взор. Так дело-то не в этом. Дело в том, что даже ДБМ раньше не было. Да не в этом. Твой взор. На целом же был. Скажи, Рид, твой чистый взор. Я чисто сижу периферийкой, всегда сижу за духами, и просто от шипочников миллиарды духов, и ты среди этой хуйни не видишь тех духов, которые тебе нужны. Все в одинаковых условиях. Кстати, хочу говорить, у нас там по 3 демон лока было. Это тоже. Тихо. Эдик, слышишь меня? Да. Трещит, значит, растет. Тимы, блядь, побежали на духе волка. Блядь, ты просто пойми всю мою боль, нахуй. Да ладно ты, потерпи, Тро. Подушку там вынесла. Кстати, дальше, я не подумал об этом. Сейчас приду. У
Вон там нутик хотел, вот целка, говорят. Нутик. Гоу ребафаемся, с бафа слетим. Или все равно слетим. Нутик, нутик. Я ебал эти бафы нахуй. Это ебнутый сап, кстати. Реальный гид. Сильнее бебы? Да он, ладно, промолчу. Как его там будем принимать? Нет, суманить. А кто ушел? Че, Андрю, сколько осколков уж? Мало. 17. Бля, заебись же. Заебись было бы, если было бы 40 уже. Вот это было бы заебись. А так не. Это, поставьте джесса, у кого есть. И воните почту. Поставили почту, около леди. Да они поставили ее. Я забили. Поставил почту, около леди. А, да? Понял. Я же говорил, на лестнице стоял. Там что, перекур или что? Да я что-то не слышу. Да ну какие перекуры, давайте по Кириллу. Кирилл, ты же поставил, что ты не видишь? Стоит же. Да я вот уже стоит, мезу джифсом и этим. Ну, Феникс, да я же взял. Я не могу покурить. Да, тут целый, блядь, город сейчас можно будет построить. Да я взял уже. Вот рыбку поставишь, блядь, сидушку вот эту, да. Ловлю рыбку, и все. Принеси, дай шкаф, пожалуйста. Зачем ты, карлик, бегал? Вот объяснись, пожалуйста. Уши сосать? Ага. Блять, а чё у меня нету этого? Тролля этого ебаного. Так, рыбу ставлю, хавайте. Кирилл, кинь меня в четвертую хотя бы. А в третью. А чё, рыба теперь после каждого босса сбрасывается? Чё за хуйня? Да, да. Хуесь. Они таким образом голду уводят. Ну, питомец постоянно пропадает, он походу из-за этого тоже, возможно, багает. Так, а сколько у нас миников? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Заебись, хватает очень. Нет, тут давно пофиксили. Элиция, Адель, чё там, блядь? Давайте речь. Давай, чё? Залазь. Надо проверить припод, где есть много. А. Блять, несу. Бля, поеботу не вытащил для чушки. Чушечку? Да. Зеленому дайте немножко. А кто ты хует? В миле остаемся или кастером бежим? Команда. Да, в миле остаемся, там миликов да. Хватает. А чтоб блядь, потом, когда ебнуло, чтоб мне не въебали нахуй. Мили. Добивайте зеленого. Если ворды докинет, нормально будет, то это. И не добежит. Аккуратно, аккуратно, сейчас пельмени будут. Пельмени отошли. И колбы сейчас будут. Колбы. Не кидают, кинулись. Боже вы. Блять, видели. Пельмени. Да? РДД, чё вы там опять, блядь, этим коридорчиком стоите, блядь? Стали нахуй в одну метку и стоите, блядь, дружно нахуй в одной куче. Охуй, пельмени в разные стороны летят.
choking soon. РД дай красную убить. Колбы сейчас будут. Блять. Choking. Petal cast. Красную свечку. Пельмени аккуратно отошли. Пельмени будут прямо под каст зеленого, так что готовьтесь отходить, РД. Пельмени отошли. Если там влетит, храните его, отойдите там пельмени, потому что. Нал избал. Блять, почему до меня колба сейчас достала, сука? Стопните в босса, не бейте. Стоп ДПС. Босса убрали все, блядь, руки от клавиатуры. Не бейте босса. Пельмени. По красному все сыграли. Блядь, сейчас переведете. Бейте красным. Максимально. Лужа выше. Блядь, фаза. Сука! Нормально, вы там дотикаете. С лужи главное выйдите. Пойдем через зеленого. Красный умер там одно. РД достаньте в кучне там, все дружно, где рубаетесь. Или кибетик ебало сейчас колбу, потому что должен быть скоро. Колбу. И на сол, забери босса сейчас на себя, ставь спизди, усмиряющий. Ну. До него этого не сол. Пельмени. Пельмени нет. Заберешь обратно? Пока не надо, я тебе скажу, как забрать. Ну, я забрал бы. О, забрал, так отлично. Ну-ка, давай еще раз. Еще раз вот прямо сейчас. Блять, ладно. Нормально пойдет. Что, можете не забирать, похуй, колбы. Сейчас пельмени будут работать аккуратно. Пельмени отошли, забирай вот. Все, добивайте. Говно ебаное. Что-то осколки начали падать. Хуйня какая-то, блядь, порча прошла. Это второй упал только что. Со второго босса. Я в курсе. Вообще ни одного не упал, ты че? Не на прошлом коде вот всем упал, но это да. Это было приятно. Ну, сейчас еще надропает до пятерки к этому хотя бы. Я думаю, два хватит. А я думаю, еще 2-3 упадет, может. Если пойдет. Калют, что ты там матюки пишешь? Ебать? Володя, а ты что не стримишь? Тут спрашивают. Ну, потому что у меня 4 дня еще блокировка. А у него 4 дня бана. Ой, блядь, нет. Че, на ютубе на твиче забанили? Не, на твиче-то нет, но смысл твича включать. Там, блядь, не хуй кто найдет, хуй кто посмотрит нормально. А за что? Музыку слушаю. Да, я включил просто последний трек этого года и ебали меня. Блядь, главное за пидоров ебанин, да? Вот. Пушечный просто. Я говорю, этого года. Да не ебануты, ну включишь трек какой-нибудь там по прошлого года, позапрошлого, похуй. Включишь нынешнего, типа сразу же бам, прилетает, блядь. Все, сидишь, отдыхаешь. Ну это хотя бы не 90 дней, как на другом канале было, так что нормально. Всего лишь неделька. Там за сериал я получил 3 месяца, считай.
Как же мне хуй говорить, я говорю, это пиздец, сейчас бы мудла твоего нахуй. Пошел уже сожрал. Давай еще одного тактика против Пошли. Блин. Коса придет. Слабый ты протопошишь. Хули он сапнет. Еще одного тактика протопошишь. В планах там это все тонкости, мы играем не на пиратском сервере, а на частном, так что это все разрешено. И не ебет их ничего. Частный сервер. Ну, типа, это частный сервер открытый индус, или как там правильно трактовка у них была. Пиратка, типа, не считается. О, индус. Поэтому, типа, не ебут мозги. Твич, да, может забанить, там, если там пожаловать, чтобы там что-то еще. Твич по-любому забанит, если пожалуют. Так, ой, я там пойду себе кофе залью. Да танчит трэш. Вы Immortal вешают или мне кажется? Папчик, почему тебе так тяжело хилить? Это паладин. Вот умер он. Одно сообщение в ПМ написал, все пиздец, нахуй сразу. Эти все. Сука. Все, заработал. Дайте масс. Шкаф дайте. Чтобы ничего нам присунуть. Идите на шкаф. Спасите. Блять, на, забирай, блять, все отдал тебе. Это паладины. У меня даже есть такой, вот, на тебе вот так давно. Там все хорошо. Да блять, за что, ну? Бентли, Сонджа и Несол по бомбочкам сверху.
Вайт, ты кого хочешь? Давай двоих. А где протопашер? Я жду, пока меня резнут. Я попросила, у меня просто маны не было. И спасибо, блядь, хорош. Я все, я готов бить, нахуй. Можно начинать, нахуй. Урдовак Комуса. Рыбу стану. А, блядь, стоит, стоп. Не стану. Давай, Сереж. Мага баф нету. Бастам баф. А есть все. Все, поехали. Давай еще. Отведи еще чуть-чуть, пожалуйста, я боюсь, что нам нужно. Нормально все. Подумайте. Пусть тебе сфера снимается. Я не знаю. Это магия какая-то. Вы заебали, нахуй, у кого там такой раньше большой, нахуй? Сука, одна сфера осталась, не рады, блин. Ну, ты можешь по-уебански работать, там сервер. Ну, я сейчас... не знаю, как он должен правильно работать. Пизда, нахуй. Вы все у меня забрали сферы, блядь. Да я... некоторые просто сдохли. Вы бэнте его? Да не надо, блядь, добивайте, нахуй. Феру, давайте бить с утрам. Войд, забери просто телек. Он закрылся, похуй. Кресть, как его падает, прибить. Сука, у меня еще рун не было. Малахов, блядь. Юзнус. Руник слил, блядь, на агро. Неплохой лут, кстати, плащ, катушка. Самое лучшее, что может все упасть вообще. А это нам. Вот катушка Герна. Мне и смешно, и грустно, Андрей. А что ты грустишь, Эдик? За хуйню. Стал слишком личное будет. Ой, блядь. Пошел. Пошел. Это Кумасмен, ладно, так называем. Где все буешки? Блять, он вихрен. Блять, заебатая механика, блять, у этих тактиков. Они бьют тебя и при этом еще сапают. Там
но не особо сап там полноценно стан. Блин, а Б-8 это вроде тоже может. После киднея? Чисто по склону. Нет, он сап и типов ебать выносит, нахуй. Объясните мне на нее это, пожалуйста. Нахуй, ты меня подъебываешь, да? Спасибо. Я даже один раз видел, я не знаю как. Не знаю как. У него получилось, но он двоих сразу сапнул. Он сказал какой-то трик с новый, типа, блядь, вот это нихуя все, я думаю. Залипало, ну. Я в ахуе. Нахуй ты меня подъебываешь. Это похвалы, Беба, ты ничего не шаришь. Не, он меня подъебывает. Нет, там не двух боссов, там двух биг боссов, я бы сказал. Причем это у него он это сделал, когда мы против, ну, Сплосклива вышли. Ну, я вообще в ахуе. Нахуй ты меня подъебываешь? У меня возник вопрос, что у нас в рейде поменялось сегодня? От обычных рейдов. От состава именно. Что поменялось по классам? Ну, может, на некоторых боссах, ну, типа, да. Вот смотри, если ты про принцов, я не спекнулся в ГДК, например. Нет, я вообще в целом. Я просто фулл ЦЛК почти по без мана. Я понять не могу, что за хуйня происходит. По бафам у нас все есть. Ретрик есть, ХП есть. Маны нет. Я в мили-пати, там одобрение на тебя должно работать, потому что я в первую очередь мили как всегда работаю. Что по бахам есть, Рич, не знаю. Вот это пикол, да, типа, один есть, все есть. Ты в пати, в первом слоте, ты всегда первое положение получаешь, если что. Нет, так, ну ладно, не юзает, но типа все равно ретрик есть, ну типа. Ну типа, все, я высох. Снова. За все время просто первый раз такой ЦЛК, где высыхаю. Но я высыхаю. Снова. Может, Энхэм еще что-то сделаем? Не задумался. Как, кстати, да, я просто бью трэш, и у меня мана. Рыбу ставлю. А как высыхание может от рейда зависеть? Вот не скинул. Мне кажется, насчет рыбы они вот глядели наперед. Ну, у меня нет пути. А, я шумерал тут. Вот 54 минуты. Я к тому, что если она не скидывается и теория не верна, то может нет смысла тратить рыбу? Не в миле в РНЖ стоим. Типа, не надо приучивать людей, потому что в ЦЛКХ в миле долго еще не сможем. Только 105 контентом, чтобы прохиливать. А я блядь, помню эти души, сука, нахуй, тоже, блядь, бегал, ну, как еблан, потом возвращал. Че, кто хочет рексу ебать? Меня висит там, капец. В чем суть, там... Интернет тормозит. Не в уроне дело, там... Хилав, чувак, и в рейд, да, который выносит. Хочешь, да? Чтобы вы успевали прохиливать. Что, тихо. Давай, я че, ты поехал? 5, 4, 3, 6, 1, 6, 1. Эх. Блять, ладно. Я армию укусишь, скорее всего, потом укусишь Асуса. А ты чарми укусишь потом Асуса, Макс, третий фанти. По-моему, два раза сказал Асуса. Блять, я завис. Что за интернетом? Нет, не два раза, один раз. Еще раз повторяю, чарми кусает скорее всего кусает какого-то пошера, а чарми потом кусает Асуса. Ты поставь печеньку, куда этот, ну, пидас. А, вот он, короче. Место укуса в печеньку, это кого я называл Ники, перед укусом в печеньку подымет. Место укуса. Ой-ой-ой, хорош. Лол. Он уже бежал, наверное. Вставай, хули лежит, блядь, мокро. У меня, короче, отлагало. Красиво. Понятно, короче. Отлагало в тот момент, когда на мне уже тени, и я уже несколько стаков. Ладно, все, похуй, потом расскажешь, но типа не во время пула. Спасибо, побежал.
Когда укуса там? 20 куб. Укус сейчас на взлетке следующий бей. Прямо на взлет. Ты чё, блядь, дышишь? Да захотелось, блядь. Не дыши, Дима. Выдыхай, нахуй. Я слышал, ты рычал недавно. Дай этот, Фелиция и мана тьму сейчас дай. На, когда накастовать начнем. Блядь, диспел. Мне прожимку давай? Нажимай. Не надо. Блядь, саранжу, парни. Прости, блядь. Не оставляй. Протопошера не укусили мне. Я в печеньке встал даже. Я вижу. Геру, давайте. Я его должен. Я его купил. Насосу укусил. Сонжа, как думаешь, почему умер? Напиши в речат. Мне интересно твое мнение. Бля, реально страдаю, пиздец. Лол, и теперь еще больше страдаешь с укусом, да? Недалеко стоял. Что у тебя есть такое, что тебя могло спасти, и ты бы не убежал так далеко? И которое тикает раз в 3 секунды. Тотем трепета называется. Нахуй ты ему что сказал? До него самого дошло. Да, блядь! Это этот, как Лёва, Пакс, несёте? Бегнитесь нахуй на Паксе, что вы делаете, блядь? Внимались, ну хуёчки нахуй. Сейчас сокру дам. Как-то... Бля, давай. Добивайте воздух, не залутайте. Да. Ну, пусть. Похуй. Добивайте нахуй. Что вы делаете? Ебать, сова, живи нахуй. Хорошо. Ебать, мерзлость. Эх. Бля. Так, и почему не я выиграл? Филиц, ладно. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого... Бля, ну го! Локозябр, как дела? Хуёво, видимо. Ничего с тумаков. Сделай. Ты сделай потише.
Колонатель забыл отсосать, тебе надо сбегать и вернуться, мне кажется. Но у принцов, по-моему, нельзя. Или можно, я уже не помню. Нельзя отсосать. Да, там не у всех можно душивать, это верно. У сурка точно, у сурка точно нельзя, я помню. У Синдры нельзя, потому что у нет души. Нет. Можно и у Синдры, и у всех боссов, я кроме просто... Струка. Не, я помню, когда на X2 МХ собирал, там на Струке нельзя точно было, нельзя было, я 100% помню. И на Синдры нельзя. Еще каждый, когда забываю, не возвращаюсь. И у Лича нельзя еще можно было, я точно помню. У Лича, да. Потому что тела нет его. Может, что-то меняли, просто на X2 МХ собирал. Возможно, поменяли, потому что я тоже очень собирал МХ на престе на X2, и нельзя было с Синдры высосать, когда там скоро еще с некоторых боссов целка. Ну, все так. Мысли, а что, по 23 души дает за босс? Ну, тут принцов. Раньше только по 50 давало. Нет, ну, это раньше. У принцов по у каждого принца по 23, а так в сумме ты. А, ну, за босса по 50. А, у каждого принца? Да. Ну, раньше их точно нельзя а было. Так у босса по 50. Ну, а казуалили. Раньше было сложнее собирать. По 50 не давало на старте. Босса не давало. Мне кажется, да, ну, давало. Да ну нафиг. Да нет. Ну нафиг, ну типа сложнее было собирать. Что ну, там типа, просто? Я так же на старте собирал. Как было сложнее, короче, там... можно было собрать 4 целка, закрыв за одно КД. Да. Сейчас тоже снимаю, да. Сейчас тоже. Типа ты не закроешь меньше, чем за 4. Вот у меня сейчас 4 целка, 2 400 душ. Сейчас. 4 целка там оно и собирает. Нет, там 4 целка раньше было, что-то считал там около 2000. За 2 точно не заходило. Если через люк закрылся. Ладно. Вы босса запулили, да? Пиздец, блядь, тут все бафы слетели. Ну, эту, Валька, это успал на этой бич. Угу. Она забагалась. Она багалась. Андрей, поверни моську назад, там капитан бежит. Ну еще, бежит. Крипнул бы, блин. Жесткий секс пошел по себе. Да там нету граунда, блядь. Чё ты боишься? По-моему, она меня била. Я его закрыл. Видишь, не там обдотает, слышишь? Да, да. Не бегите наверх. Я там слышал модно свичать, как он говорил. Блядь, я по макросу кикнул этот. Жёстко, по фокусу? Да. А ретром и коллег будете вальку хилить. А не, Войт, спекнись. Спекнись в холика, блядь. Ну, бля, если не фокусы. Блядь, я с двух сторон вытончу, интересно. Ну, у Фелиции танк есть. Или хил у него здесь. О, Фелиция, давай в танке спекайся. А, хил есть. Ну окей, тогда ты давай Фелиции в холика спекайся. Добре, Эдик. Давай, Фелиция, в холика спекайся и вместе с Калютом будете хилить. По крабику? По крабику. Если вызовут. Нету крабика. Если есть у ханта крабик, нету. Значит, через этого, блядь. Через спейс демонический доспех Кубань. Ёбаный Сирус, все багано. Спейси, прием. Рыба пропала опять. Поставил рыбу. Я не в демоне. А, ну значит через Квакозя брать. Да какая разница в демоне, ты не в демоне, похуй демонический доспех включил, все ёбаный рыб. Ну, он думал, раз демонический, значит, демон нужен. Ну, тем более, он тебя вкачивает, блядь. В демоне просто привыкли все в демоны говорить, потому что, блядь, от них меньше ДПС, чем, блядь, от Афлика или Дести. Поэтому все время горят демоны. А так без разницы, в каком-то спеке. Если у тебя вкачан этот талант этот на Египте. Сейчас на бабку вводит и слева ты потанчишь. Угу. Все, поехали. Чужаки ворвались во внутренние моторы.
Ебать, у меня такие лаги из интернета. Хуй знает, подорожник приложи, блин. Приятного полета. Асус, усиление магии кинь по Вали. Да ёп. Лапка, которая у тебя там такой баб должен быть. Валентин. По Вали, по боссу, по боссу, по боссу. Просто бахнем, Вали. Как он в лосе был, блядь, успел сбить. Гно заливайте, сразу мелочь потом. Не надо жирного бить, вон подавление живое. Сколько раз повторять жирного в последнюю самую очередь? Скелет слева за. Ману перегонить на магию. Не бейте, пожалуйста, ДД. Спасибо. Спасибо большое. Начинаю. Ману перегонить? У него хп 4 раза. Там Юля сейчас появится, такая фиолетовая хуйня, зайди в нее. Там ману очень хорошо регенит. Разве обычки есть? Это не смешно. Ну нафиг, что она не улыбнулась, да. Странно. Что-то мне кажется, она на тебя это, ну там... То, что зуб точит, а конкретно... кинжал. Берегите. Не видишь, игнорировать нафиг. Не отвечай. Да я игнорирую, ребята, я сегодня не в духе. Ну я понял. Я тоже не в духе, Юля, это пиздец. Бля, ты сегодня вылечишь, что ли? Веру можно. Можно быстрее-то? Один на хп. Куда ты, блядь, крипнул, нахуй? Алконфел, блядь, ты там чё, нахуй? Пиво реармнул, блядь, или что? Грип, реарм, пиво, грип? Или что? Ну, они шагрой ёбнутые срывают, блядь. А ты грипаешь прямо под войда, блядь. Грип заканчивается, нахуй. Тычка по войду, войд минус, блядь. Не делай никогда так больше. Лол, при чем тут я вообще? Войд в танке. Да он просто в центр грипнул этого моба, нахуй. Они ж ёбнутые, когда под гера, ну, стак есть, блядь. На ком стаках много стрелают. Так он под войда грипал, все правильно. Войд в танке. Блядь, перезагрузка, заебали, нахуй. Давайте шуринком, нахуй, должны успеть, блядь. А успеем с первого утра, если мы закроем, да и все. А сейчас скажешь, будем бить 15 30 минут. Должно хватить, по идее, на, если не хватает. Хватает, нормально. Где люди все? Если никто покажет не будет, то убьем быстро.
Вообще не понимаю, зачем этот трэш. С него репа нет. Пить долго. Так его ж можно заивейдить вроде, да? Ну, блядь, как вот... Вот как ты представляешь, Юли, сервер Сирус вот конкретно без трэша? Ну, это ТТГ же сделали без трэша. Когда у них особая фобия, блядь, на этот трэш. Вот, кстати, я удивлен, что, типа, в ТТГ так мало трэша. И что он не такой прям уж жесткий. Там места мало, да, для трэша? Не, почему? Могли бы там, там где вот комната босса... Да. Могли бы где там комната босса вокруг комнаты там поставить на тыке? Не, как в Диабло, короче, чтобы у трэша по 5 жизней было, нахуй. Или как магики, или как, или как магики могли бы въебать вот этот, ну вот как магики эти лучи типа держат, вот так же что-то подобное. Кстати, видишь, там что-то... же есть, по ним урону меньше, блядь. А, блядь. Еще тут день поскорее кончится.